Так ты смачно прям эти апельсины ешь. Мне отдел килограмм, 59 рублей. Всем привет. Пришла с работы. Сладкий. Попробуй. Пашка сегодня тут управлялся с продуктами. Что, управлялся, готовил? Да, только я не резал. Его задача была купить мясо. Мясо не нарезал, вон лежит быть мясо вот здесь. Курица туда можно взять, 6 упаковок. Ну, видишь, покажи. Сейчас. Такие упаковки. Вот такой ты. Ну ты доставай, да. Ты этот в холодильник. Я целиком не стал. Видишь, она как. Тут, ты, короче, два карачка, да, получается? Ну, карачка, как они вот эти называются? Бедра, нет, ну как там мясо. Нога или как получается? Это бедра. Такие ноги с ляжкой. Ну не сама нога, как ляжка. Это, да, 115 бедро. Рублей за килограмм. Это бедро. Ну а что там, а полкилограмма? Ну, нет, ну есть большая, там 800 грамм. Да ну пускай нормально, у нас в запасе мясо пускай будет. Понятно. Сама так. Сегодня свинина была 188 рублей за килограмм. Это получается, он сколько кусков, да, взял? 5. Около 10 килограммов. Не, мясо, это свинина меньше. Нет? Меньше 10? Ну, посчитай там килограммов, если 8. Свинина. Еще эти курицы получается килограмма 3. Ну, посчитай там, вычитай, надо. Сейчас даже посчитаю, подожди. Килограммов, наверное, 8 получается. Угу. По 188. Там, говорит, народу было. Очередь, да, за ними? Вот раз, 170 вообще брали. Потом пошел, говорит, после обеда уже, говорит, нет, нету. Разобрали. Все, разобрали. Ладно, зачет тебе. Угу. Так, бедро 115 рублей за килограмм. Я не поняла, это один день акции или что? Хуй. Не знаешь? Не знаю. Не, мясо того, что завтра будет, и сегодня. Там люди спрашивали у них, блядь. Она говорит, мы завтра. Что-то быстро он кончилось, блядь. Так, что тут? Апельсин. А, ну я тебе вот купил, ну каждому будет. Картофель, на. Сметана. А, понятно, йогурт, каждому, да? Каждому по всех. Я съел, Анька, йогурт. Творожок. Понятно. Так, яйца 42 рубля, огурцы 129 рублей за килограмм. Ну я вот надел, я сейчас сам не ел, блин, видишь? Салат листовой, кетчуп. Блин, надел вот все это. Салат надел. Короче, он сегодня по хозяйству да, все делал. Ну кетчуп взял, вот это опять взял, вот это видишь, ты же вижу, вот эти. Кетчупы. Ну, там надо это. Что, там готов яблоко, да, блин. Яблоки мне взял? Ну я зеленые, мой ночью взял. Яблоки могу. Там они дешевле. Короче, проверяй чек. Два чека. Два чека мы проверим. Так, что заходил туда-сюда? Соус чили, молоко, творожок. Там три штуки. Так, салат листовой. Ага. Вот я тут. Так, еще бедро купил, зубную пасту вспомнил, что закончилось. Кофе Жокей. Жокей какой-то 200-граммовый взял? 250 рублей, наверное. 118 рублей. Да, ну, и чай его. Тесс. Ну а чай, вот он, который... 139 рублей. Ну мы же такой брали сразу, вот черный, видишь? А, такой брейк, он. Да? Нормально, брейк. Цитрусовых аромат бергамота. Ну потому что чай у нас уходит. А вот тот мы же брали, тот пускай же. Короче, около 3000, да, у тебя ушло? Да, смотри. Так, что-то ты еще, наверное, брал. Че, Лен? У тебя же сдачи не осталось? Какая сдача? Так, 2350 и 500. А, ну все, и, наверное, на сигареты еще. Сигареты я брал, да. Да нет, сигареты я набрал вот всех денег, Лен. Отчет по полной, проверка. Проверка все у них, проверка. Бубнит. Ну молодец, молодец, мясо накупил, все, теперь морозилка полная. И даже пиво себе не купил. А сегодня пятница 13-е. Вот так вот. Молодец, молодец, не похвалишь его, как его. С
сам себя нахваливаю. Еще тут наготовил, мясо нажарил, сейчас подогрею, но не всю, конечно, сколько там надо. И картошку пюре сделал. Молодец, молодец. Салатик сейчас. Вот салат показывал. Так, чё. И мясо сейчас буду разделывать по кусочкам и в морозилку. Ну, так вроде неплохо. Мясо всегда пригодится. Да, ребята, и по поводу вчерашнего влога, что букет на самом деле позорный прислали. И вот эта компания «Русский букет», вам вообще должно быть стыдно, вот если вы смотрите. Вот так вот заказывать букеты, да? Вообще. И вот эта вот компания, между прочим, она по всей России. Пусть будет стыдно. «Русский букет» так и называется. Это не реклама, это стыд. Стыд, и вот какие позорные букеты они отсылают. Паша, ты кофе купил что-нибудь? А? Кофе что-нибудь купил? Нет. Кофе? Кофе. Конфеты? Да. Нет. Короче, сегодня без конфет. Ну, я поняла, что ты в ленту ходил. Если вам понравился мой сегодняшний влог, реальность, ставьте лайки, подписывайтесь. У нас вечно приколы всегда бывают.